4 очень вкусных рецепта салатов, как в ресторане. Если хочется в ресторан, но денег нет, я предлагаю приготовить этот обалденно вкусный салат. Он такой вкусный, что некоторые блюда из ресторана даже рядом с ним не стояли. Берем говядину, соль, чеснок, специи и обжариваем несколько минут до готовности. Дальше понадобится много зелени, у меня это руккола и айсберг, лук красный обязательно, можно добавить помидорку. И теперь делаем вкусную заправку. Понадобится сок апельсина, масло, желательно оливковое, немного горчицы, соль по вкусу, мед. Также в салат я добавила со второй половинки апельсина мякоть. Поливаем заправкой и наслаждаемся самым великолепным, очень вкусным салатом. Обязательно пробуйте приготовить и не забудьте написать комментарий. Всем привет! Нашла в интернете интересный рецепт салата. Там интересная, необычная заправка. Попробую приготовить. Понадобится пекинская капуста, перец, помидоры, красный лук, брынза или фета. И заправку покажу, как я буду делать отдельно. И я взяла брынзу нежную, можно, конечно, любую брать. Я брынзу люблю резать прямо сразу в упаковке, это самое удобное. Берешь вот это. Для заправки понадобится 3 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки масла, лучше оливкового, 1 столовая ложка сока лимона и 1 столовая ложка меда. Большой зубчик чеснока потерла на терке, тоже добавляю к соусу. И все перемешиваем, готово. К овощам добавляем брынзу. Заправляем нашим готовой заправочкой, перемешиваем и будем пробовать. Всем, кто любит креветки, рекомендую приготовить этот сочный и вкусный салат. Итак, чистим креветки и обжариваем их с чесноком. Берем йогурт. И делаем идеальную заправку для этого салата. Зубчик чеснока, специи у меня для салата, немножко соли. Перемешиваем. Заправка готова. Пока делали заправку, пожарились креветки. И еще понадобится апельсин. Вырезаем с него всю мякоть. Вот эти все пленочки оставляйте для другого салата. Итак, понадобятся листья салата у меня руккола, помидорка черри. Заправляем нашей заправкой. Апельсинчик и, конечно же, креветки. Все, буквально 10 минут и вкусный, обалденный салатик, как в ресторане, готов. Обязательно пробуйте приготовить и подписывайтесь на мой канал. Я назову этот салат «Цезарь по-домашнему», потому что готовлю его часто, просто на ужин, и мои его просто обожают. Берем филе, обжариваем до золотистой корочки с чесноком. Пекинская капуста, помидор, пожарим свежий вкусный багет или чиабатту и все, собираем. Пекинская капуста, помидор, сыр, любой. Заправляю майонез, сок лимона и оливковое масло. Хорошенько перемешиваю и осталось только собрать салатик. Обязательно попробуйте этот простой рецепт. Заходите ко мне в сторис.